Вот мы переночевали в такой маленькой гостиничке. Bed and breakfast система называется. Идешь в эту гостиницу, тебе готов завтрак и кровать. Ну, душ, унитаз, там все, что нужно. Все прекрасно. Вот поехали. Теперь покажу лифт. Лифт — это что-то. Надо все время давить кнопку, иначе он не едет. А теперь поехали в обратную сторону. Давить кнопку, иначе встанет. Стена. Это первый этаж. Мы приезжаем. Прощаю, первый этаж. Машет нам рукой и уходит в небытие. Можно позвонить пока, почитать газету. Жизнь идет, несмотря на то, что мы пока двигаемся вниз, не торопясь. И вот. Опс, вот такой завтрак у нас. Прекрасный завтрак. Трам-пам-пам. Месищев положим. Два. Месищева. Это непонятное что-то. Вот так вот мы жили в таких катакомбах. Старая часть города, а вообще новая, очень даже интересная, вся в новостройках. Вот тут помыли дорогу с утра, асфальт здесь моют каждое утро. Чисто, конечно, фасад требует ремонта, как и во многих местах Италии, однако это уже, к этому уже стал привыкать, потому что, ну, как национальная какая-то особенность. Вот мы заехали на Адриатическое побережье, с другой стороны Италии. Здесь все немножко другое. Более плоская. Ну, здесь вот какие-то косогоры появились. Только-только. Да, но в основном. Так вот мы едем. Сан-Буона у нас впереди. Сан-Буона. Здесь куда? В горы? Нет, здесь прямо. Как прямо? Куда ехать-то? По кругу прямо. Монтальбано. Вот и едем прямо по кругу. Все поля возделаны. Подстрижены. Ничего не забыл. Выходите. Спасибо. Опс. Опс. Вот это да. Ты, Серёжа. Че? Здесь артроз мой будет. Просто счастлив. Из-за сырости, да? Угу. Сыр. Нам нужно что-то. Ну, здесь не живут много лет.
А, вот это вот рабочие или нерабочие? Ну, как рабочие, то есть она рабочая, но много лет не живут. То есть, наверное, надо... Ну, она сыра, потому что не живут. Конечно. А газа нет, да? Газ проходит, почему? Контракт нужно заключить. А, надо заключать контракт. Сколько стоит? В любом случае. Ну, сколько стоит, да, контракт заключать? Ну, тут как... Зависит от компании, но это не бешеные деньги. Это у нас сколько стоит? 11. Это тот самый Марио из мультфильма и из игры про сантехника. Вот он так теперь выглядит. Продает квартиры. Да классная дорога, чё? Не, ну она асфальтированная, нормальная, но в смысле, что не такая. А чё? Я не такая, я не такая, да. Окей. О, сейчас, почти приехал. Всё над Монте-Фальконе. Монте-Фальконе! О, здесь второй сантехнический узел. Угу. С туалетиком. Спальню под эту. Издушен, да? Душ разрушен. Частично. Сейчас тут все надо делать. Ну, надо делать, да. Ну, не все. Все разрушено. Я бы плит... Все разрушено. Да, все разрушено. Все совсем разрушено. Да, так, да, только... Она... Думаете, есть там? На крышу прям выходит? На чердак. На чердак, да? И там есть чердак, значит. Так. Окей. Ну что, пойдем вниз. Вот эта вот труба, она из котельной идет, я так понял, да? Это труба? Вообще да. Вот это похоже на трубу от котельной. От камина. А. Там... Это не видео наблюдения, это датчик движения. Вот это, даже мебель можно оставить. Ну да. Печта, два собрать, да? Чешта на... И тарелка, батарейская на печке. Тут угореть можно. Sì, sono qui, sono qui, sono qui. Uno è nuovo, questo è nuovo. Quello... Ah. Le botte sono nuove. C'è la doccia, la cameretta. Questo ve lo lascio con tutte le cose che ci stanno. Ma okay. Che ce l'ho. Le botte sono tutte nuove. Aspetta di fare, vedi? Candica. За кондейку еще захотят. Опа, куда-то лестница наверх уходит. Вообще-то. Не поймешь ничего. Они ушли, что ли? Вот это почему-то они пользуются газовой печкой. Чтобы электричество. Хотя у них есть эти батарейки. Почему? Сейчас спросим. Вопрос. Кондиционер есть, да, но они пользуются вот газовой печкой. Юля, не скажете? Yeah.
Il balcone sotto è molto... Qui è tutto di piano, vedi, tutto... Лена, аккуратно здесь, везде собаки. Вот еще один домик. Красивый. Рядом. Правые ноги длиннее левых. Поэтому они только в одну сторону в горах ходят по тропинке. А? Вида здесь нет. Есть. Ага. Ух ты. А, пепиниры прямо у вас на пруде. О, печка. La stufa a metano. Metano? Ah. Oui, oui. E più ci sono la caldaia del metano. Ah, metano. I termosifoni. Ah. Ага, я. Vieni, vieni qua. Ага. Я понял. Бьют полдень часы на городской ратуше.